Уясни, необъясненно. Значит, ответ Библия дает на все вопросы, кроме одного. Какой это ответ? Когда будет кончина мира? Когда придет Христос? Вот видите. А я сидел и думал, как же я буду. Я не могу поднять ответ. Потому что многие адвентисты 7-го дня, 1841 года, уже предсказали, когда придет. Придет, придет. Он не придет. Бог связал нам пальцы. Иногда стрелка поворачивает назад. 5 минут. Геннадий Николаевич, у меня один вопрос. Погодчик. Но не по теме. Все мы знаем о ваших нервах, все много. Может быть, кто-то еще эти вопросы задавался. Я пока не определился, где тут правда, где нет. Вы знаете это, вот тем более вы знаете, если я знаю, что в 56-м году было состояние Зои в Куйбышеве, да. Так называем. Так вот, я только думаю, где тут ложь, где правда, что-то было. Если она была, Зоя, где ее могила? Почему ее не канонизируют? Стояла 4 месяца, кричала святить Николая, я не посвятить Николая, прости, если я чем-то там, то не так, что не так скажу. И никто не мог взять. Начинали рубить пол, она кричала, там ей больно было. Ну так я пишу, что делали уколы, у нее ломались иглы, такой спазм был у нее в теле, что вот. Но потом пришел, по-моему, отец Серафим Тяпочкин, там, или да, взял. Говорят, что... взял. Так я говорю, если это было в 56-7 году, это было большое собрание, была молодежь, то они там танцевали. Сейчас вполне живы должны быть еще те живые участники этой вечеринки. Это во-вторых, во-первых. Во-вторых, уже давно все рассекречено. Лет 30 уже мы не боимся ни КГБ, ни ФСБ, там ничего, нас никто не прессует, не требует что-то там доносить. Я не знаю, может там что-то есть, но мы не боимся. Так вот, есть это, была ли, я думаю, наверное, была. Ну что-то тут надумано, как вы искаете вообще, только кратко, понимаете? От того, было или не было, не зависит от моего спасения, раз. Второе. Святой Анатолий говорит, что чего в Библии нет, о том не рассуждаем, люди многое прибавляют. Я не молился о ней, и я слышал, и показывают сейчас, как съемки там идут, это меня не касается, страница для меня закрыта. И таких сообщений очень много в мире. Они мне не нужны. Мой дух подсказывает, это не божественное, и мне это не нужно. Может, там 99% лжи. Не забивайте голову. Я вам, отец, знаю, вы вопрос задаете не просто так, а слышали это. Не надо мне. Это я сам за это об этом думал. Даже канонизировано будет. Да не, я не знаю. Иосиф Волоцкому я никогда не буду молиться. Это палач на земле русской, Сталин православный. Гундел все время князя, казни. Он говорит, нельзя. Казни, иначе Царство Небесное не попадешь. Но началась инквизиция. Иосиф Волоцкий. Ну, Нил Совский, когда они говорили. Один говорил, богатый должен быть монастырь. А он говорил, наоборот, бедный. Господь был бедный. Нил Совский. А церковь того и другого канонизировала. Знаете, относительно канонизации. Канонизации, чтобы она не была канализацией. 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому. Все, еще не наступило время. Зачем это нужно? Никак. То есть ни она передавать, ни канонизировать. Но церковь приняла, я молюсь. Я каждый день поминаю примерно 77 имен. Апостолы, пророки, святые, жены, девы, мученики. Я молюсь, но я говорю то, что там есть. Другого нет. Иногда мне мое сердце подсказывает, это святой человек. Подсказывает. Канализировать не надо, я просто себя. Меня спрашивают, а как считаете, католическая монахиня, мать Тереза, святая? Так она католичка. А вы меня не про это спросили, а спросили, как я думаю, я ответил. Дальше не скушаю. Спасибо большое. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу, Господи, тебе воссияй. Ныне, весь сегодня, ты же чисто, Христосе, Богородица, восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, высокопреосвященнейшего. Благословен Бог, милый, питай нас со своей богатой, здоров своей благодати и человека. Любим всегда, ныне и присно. И во веки веков. Аминь. Я когда-то думал, если молитва влияет и будет пустое место, то я с ним уеду. Но у меня своя машина, не моя, то есть нас поведут сюда. Да. Мне еще вам будет один вопрос по деянию. Я думаю, дорога, мы с ним наговоримся. Владыка, нам хватило бы наговориться до дорогу? Нет. Нам с вами...
Нужно больше времени. Это он напрашивается с вами доехать. Лет 16 надо. Владыка. Владыка, я не говорю с вами доехать. Я скажу на суде Божьем, где мы предстали, какие мы были. Был я лицемером, мстил перед кем-то. Зачем я там уже? Проходите. Яки, мы сюда зайдем? Поднимем, задам один вопрос. Давай. Сейчас Владыка проводит. Он в эту комнату зашел, батюшки. Дух Святой сошел на 12 апостолов или на 120, кто были там. Что? День Пятидесятницы Дух Святой сошел только на 12 или на все 120 собрались? На все 120. Он не выборочно делает, собрались люди. И получает то, кто и не думал. Это ответ за одна половина двери. Вторая, десятая глава через Корнилия Язычника. Я тоже так подумал, что должен быть все. Там все. Вероносицы были, не умолились. Все. Спроси батюшку, он сказал. Все, ну все, больше не даже не спрашивай. Ну, здесь 50-е, 12, когда Духа Святого получили, и все, которые были. 120 человек. Про все сказали, братья там были. Ну, там только 12. Мы не договаривались с ним. Я еще не понимаю, все 120 шел. Они были вместе, но Дух сошел, везде говорит, что 12 апостолов вышли, и они стояли там, говорили уже народу, там, мужи, братья, 12. А за тех нигде. Я только думаю, должен сойти на всех. Там должен быть мироносец, и Пречистая Дева. Но я не говорил, я не нашел. Я уезжаю, я на все 120 сошел, и все. На апостолов. Ну, вообще, везде в Деянии сказано, что... Хотел поговорить, а то... Крестили и сходил на них. Там 126 человек. Много. Это должно быть просто миряне вместе с апостолами там должны быть. Перейти 70 апостолов. Собрать, если... Я могу понять. У нас, так подумай. У нас будет тесновато, у нас четверо. Ну ладно, нет тогда. Владыка, ответ достаточно. В прошлый раз Владыка был здесь. Я говорю, Владыка, первоапостольские времена, почему вы так пренебрегают? Как-то. А вот смотрите, 28 глава Деяния апостолов. На улице выйдите, на воздух, на воздух выйдите. Сейчас. Закончим, предложение закончить. Что получилось? Преклонили колено, говорит. Молились все вместе. И падали на шею целовали, мы могли бы, а почему нет? Он пошел к нам, мы расстелили палатки, встали на колени, с ним священники молились, поцеловались. Можно делать это, если вот так открытыми глазами смотреть. Уже одно апостольское чудо совершилось. Господи. Мы все сфотографировали, патриархию, патриарху послали. Надо быть народу удержить, ладно. Так, Володя, узнай, где мой аппарат? А он здесь же лежит. У Юру. Так, мой аппарат, у кого? Аппарат, ничего не случилось. Я приходила просто послушать. Оля, поскорее иди туда. Спасибо. Где мы будем фотографировать? Под березой? Сейчас что, садись туда. Это самое выгодное. Я вам подарю. Я 40 лет писала. А я сейчас как доберу. А вы это езжайте за ним. Оля. Вы сейчас на машине за ним езжайте. Да. Кто-нибудь зайди туда, пригласи. Эй! А фотографы-то ушли. А вот я Давай, ты ушел. Эй, фотографируй с тобой.
Подарок привез. Спасибо, Христос вас. Ну, ты подойди, чтоб я тебе отдал его. Иди, брат. Иди, Данил, что ты? Вот, что-то под... фотографов, да нет. Они ушли куда-то. Все, внимание. Отец Яким. Так, подождите, не расходитесь, батюшку надо, как же так? Сейчас. Возьмите еще этот аппарат. И потом я фотографирую то, что фотографировал. Их надо сюда взять. А что они ушли-то, фотографы? Как раз. Ходит у него рубашка такая, будет на работе. Да, такая, шапочка, маленькая. Сейчас кто фотографировал, их поставим сюда. Володя, давай. Спасибо. Фотоаппарат есть? Видишь, фотографируй, потом мне отдашь. Иди. На мое место. Остановись около Владыки. Рядом с Владыкой. Вон пространно место. Володя, не. Вон около Владыки стань. У меня этот аппарат работает. Сегодня у нас 30 мая 2021 года, воскресенье, Потеряевки. Вон фотограф. Отец Яков, щелкни раз. Быстрее, быстрее. Фотографы! Быстрее! Бегом! О-о-о! Что же выходит? А поскорее маленько, остановитесь! Идите к нам! На общее. Давайте. А как с них? Пускай сейчас он сфотографирует вас. Вы что, снимали? Мне фотографии скачать. Обязательно. Все. Конечно. Подождите, подождите. Моя работа. Моя работа съемка. Это вот, товарищ. Давайте, ребята. Ваше начальство будет рада, что... Конечно. Конечно, конечно. Вы как-то далеко, поближе маленько. Вы сами становитесь. Все, замечательно. Внимание. Все, Игнат Тихонович, смотрите. Внимание. А вон из окна, видишь, фотографируется. Серафимов! У вас снимочка. Серафимов! Руки только вот ближе. Это не Серафимов. Так. Спасибо. Внимание. Спасибо огромное. Фотографии. Ну, Игнатий, сейчас говорит. Вы, наверное, у нас тут работаете. Нет. А? Нет. Я им пришлю. Каким образом? Я вам давал проблем. Визитку вы дали. Вот. Там электронная почта стоит. Давайте еще раз. Знаете что, в Mail.ru на меня только выйдите по скайпу. Взял? Все договорились. По скайпу. Возьми, пожалуйста. Возьми Евгения Павловича. Он мне хотел тоже. Давай я Юрию отдам. Да, да. Спасибо, Христос вас. Ну вот уж.
нормально. Это моя практика. Так, вы довольны, что это? Это правда, отдохнуло душой, мозгами. Особенно вот это проповедь детали, знаете. Есть, вы чтобы знали, я говорю, внимание, это митрополит. Это к военным приравнивается генерал-полковник. Да, это они на дом Ранжире идут, когда на прием. Ну, президента. Я понял, а то... Это большое звание. Нет, я подполковник, поэтому подходите как-то. Когда он бывает на приеме, там, у Путина где-то, нет, Игнатий Тихонович? Да. Ну, милый, дорогой, прощай. Прощай. Я вас рекламирую, давай, владейте звание генерал-полковник. Военный. Когда бывает литератор, где они, ну, один тоже раньше, я знаю. Выше только Маша. Так что, даже это военному так, я дал в нашей ресурсе, знаете, дайте мне, пожалуйста. Так, вы знаете, что там будет все выставлено, полная служба. Чтобы другим можно было. Спасибо. Здорово сделали. Много благодарен. Спасибо. Спасибо большое. Туда, поверни на ту сторону. Ты всегда обзор делаешь. Да, да, да. Ну договорились. Нет, для чего еще хотелось? В течение примерно недельки через полторы я все отправлю. Ладно, я покажу плотненько, а потом привезу. У нас были журналисты Москвы себя, в прошлом году из Санкт-Петербурга. Недавно с мая мы сделали. Нет, Скайп это как WhatsApp, только одновременно 60 человек. Можем хоть целый день беседовать. Ну понятно. Нет, я в WhatsApp тоже можно форму сделать. В хорошем качестве отправлю. Да, WhatsApp и Viber. Вот. Ну вы как кто может это отдать, еще здесь пришлите. Потому что мы потом будем выставлять. Но не раньше, пока вы распорядитесь. Скажите. Нет. Это у вас сразу есть возможность использовать эти фотографии. Ну давайте. Договариваемся. Договоримся сразу. Вы автор, а мы не снимаем. Без проблем. Без проблем. Фотоаппарат. Нет. Это вообще без малейших проблем. Ты же хотел что-то с квадрокоптера, вот нет, с квадрокоптера мы там будем. А вы что это? Почему не слышали победу? Работать вот этим. В комбайне снимали, да? Это всего не две, мы с нашей выставки. Подождите, нет, а мы снимали карты, вы посмотрите. Вот, посмотрите. Участковый, Юра рассказывает. Это новый комбайн. Да, на фоне нового комбайна. А вот тут Лена. Как он рассчитается за него? Неизвестно. Вот смотрите, Лена угощает медом. Сотрудника. Так, что тут у нас? Сколько? Самый дешевый. Торговались. Вот поддерживает сельское хозяйство, да? Извините. Считает, что не выйдет. Смотри, не выйдет. Я ваши адреса даю, где это. Приходят? Ну да, даже звонят, высылают, но... Я алтайский мед, я говорю, ставьте, я такую рекламу даю, какая действительно стоит. Без подмеса. Каким подмесом? У меня натуральный полтонна еще стоит. Какие подмесы? Старый хоть какой мы возьмем, сколько зачем? Будет. Да, в любое время дня и ночи. Угу. Ну, сейчас конкуренция тут появляется. Ладушка купила пчел. Ну дай бог, пусть пробуйте, что это делать, так сказать. На всю жизнь может пригодиться. Цениться то 15 рублей. Нет,
все, слава Богу, за все. Не посеяли еще, не зашло. Алена, что раньше не посеяли, зашло. Спасибо вам огромное.